рубке жестокой Сауседо свой зуб потерял. Фредриксон бит, Алекс его загонял. А вот Араму Фаньяну от всех нас респект. Как-никак первый нокаут за первых 6 лет. Педраса в качелях Леспьера забил. Микель было взбрыкнул, но лишился сил. И в Мексике ветеранки рубились на славу. Валверде сломала свои зубы об наву. Эдди Хир в легком весе все взял и разрулил. А Саша Усик промоутером вдруг стать решил. И Сондер слился, и Лемье впереди, а ты за ринг-шоу сиди и смотри.